Примчалась я сегодня в наш любимый светофорчик в Киржаче. Сейчас посмотрим на новинки. Работает он все-таки до 9 вечера, так что это до этого было какое-то самоуправство, когда меня выгнали. Так что не волнуйтесь, теперь каждый день до 9 часов. Без перерывов и выходных. Нон-стоп. Из одежды футболки детские еще есть, да как много, 69 рублей от 3 до 12 лет. И смотрите, какие штанишки, брюки детские трикотажные, 98-104 размер. Так, и тоже в пределах 100 рублей, я думаю, ценник уже кто-то оторвал, унес. Смотрите, какие расцветки классные. Чистый хлопок и Узбекистан изготовитель. Стирать при 40 градусах. Внизу даже манжеты. Ценник тут сильно пострадал. Кто-то. Так, туника женская. Нет, это не то. Здесь я вижу вот какой-то лисенок. Это то ли леггинсы, то ли колготки. Ну-ка глянем, что это такое. Ничего не понятно. Одежда детская. Джеггинсы детские. А, джеггинсы детские. С кошечками. Ну, как леггинсы. И в то же время они плотные. Вот, утепленные. Ну, это на осень, наверное, джеггинсы. Их тут много. А, они сделаны еще как джинсы. Поэтому и джеггинсы, и леггинсы, и джеггинсы. Все в одном лице. Так, постельное белье тут уже, смотрите, погром. Потому что люди выбирали, и половину уже раскупили. Стоит 1460, двухспальная, перкаль, чистый хлопок. Рекомендую. Вот, смотрите, какие папоротники. Нет, это не папоротники. Или из семейства папоротников. А вот летние цветы и травы. Сьюзен. Кстати, они даже имеют название. Все эти комплекты. В зависимости от дизайна. Вот какая красота. Это Сьюзен. Это безымянный. Галактика. Так. Лиловые цветы без названия. А это, по-моему, уже синтетика. Ну-ка. Да, это полисатин двухспальный. Его место там наверху. Стоит 432 рубля. Полуторка и двухспальный комплект 506. Но это полисатин, 100% полиэстер. Синтетика. Пледы еще тоже в наличии. Смотрите, какой светлый, хороший. Подсолнухами, что ли. Так, а пледы двухспальные 180 на 200. Велсофт 376 рублей. И здесь 200 грамм на квадратный метр. Они такие тоненькие. В Васильке, конечно, есть 470 грамм на квадратный метр. Там они прям толстые такие, пушистые. Посмотрим, что сегодня выбирают посетители, покупатели, что там их так заинтересовало, что они остановились, что-то читают, выбирают. Посмотрим. Ага, конфетки. Мадные с ириской. С ирисной начинкой. Азовская фабрика, 156 рублей. Очень много сегодня макаронных изделий. Посмотрите, как здорово все выложено. Прямо мечта перфекциониста. Все ровными рядами. Замотано, сложено. Вавилон 800 граммов 33 рубля. Как вы думаете, если вынуть вот эту упаковку, завалится вся эта куча или нет? Нет, все очень аккуратно сложено. Вот они, рожки высшего сорта. Это изготовлены из муки твердых сортов. Но состав белка здесь 10,8, маловато. Вот. А так вкусно получается, хорошо варится и быстро, и не разваливается. Лапша яичная со свежими яйцами. Так, 4 минуты варить, 900 граммов.
Макароны изделия высшего сорта, группа А, ГОСТ, вода, мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, яйцо куриное, пищевые, вода. Вот и все. Вот и все содержание. И лапша это стоит 54,60. Смотрите, какая она такая плотненькая, желтенькая. Еще какие-то макароны. Паста Мания, спагетти. Чистое зерно, чистая вода, чистые продукты. С твердых сортов пшеницы. Смотрите, что пишут. Сытый муж, довольная жена, здоровые дети. Итальянская рецептура, швейцарское оборудование. Ну, вы нам тут не пишите это, пожалуйста. Как говорится, не надо нам спагетти на уши вешать. Мы сейчас посмотрим содержание белка. А белков здесь 13 граммов, между прочим. Очень даже здорово. У многих макаронных изделий известных марок 13, а то и 12,5. Вот обратите внимание, посмотрите. А это паста спагетти 13 грамм. Прекрасно. Осталось найти, где ее достали, вот эту упаковку. Потому что здесь явно, что она не на своем месте. Сейчас посмотрим. В прошлый раз я взяла вот эту лапшу восточную, пористая называется, 3-5 минут варить, 30 рублей 70 копеек стоит за 400 граммов. Вот ее я уже использовала, сварила бульончик, просто бросила туда лапшу, горсточку, ну или две горсточки, три, и выключила огонь, накрыла крышкой, все, она там сама дошла. А вот еще какая лапша яичная, это еще интереснее, со свежими яйцами, вот такая плоская, 54 900 граммов. Вот это поинтереснее. Бобовая крахмальная фунчоза. Я ее уже готовила. Мы все знаем с вами. Полкило за 111 она теперь. Вот они, макароны. Там тут как назло разгрузка. Вот они. Ценника еще нет. Я возьму две, потому что хорошее содержание. Мы любим спагетти. А то вилки привезли рис кубанский для плова. 800 граммов, 44,85. Возьму. Плов мы любим. Готовим в казане на улице. Ну, вернее, готовим. Я готовлю. Конечно же. Сейчас осталось вскрыть. Ну-ка, это увелка. Что тут пишут? Ничего не пишут. Именно для плова. Вот можно испытать. Чистая отборная крупа, 800 граммов, как он вообще в плове себя и поведет. Фруктоза, напомню, есть в светофоре, кому нужна. 500 граммов, 64,40. Здоровье, стиль жизни, мини-калории. 1,7 раза слаще сахара, снижает риск кариеса, ускоряет обмен веществ. Но здесь тоже есть свои особенности, нельзя увлекаться. Только по показаниям. Так, шоколад Nestlé, 3 штучки по 80 граммов за 98 рублей. Я взяла, уже тестировала, открывала, вам показывала в покупках. Орехов там мерено-немерено, полная шоколадка верхняя. А дальше идут две плитки, уже темный шоколад и тоже молочный шоколад, но уже с печеньем. Тоже все вкусно, но это Nestlé. Я думаю, что пальмовое масло здесь присутствует, как без него. Молочный жир. Так, ну ничего здесь не написано про растительное масло. Обычно так завуалированно указывают пальмовое масло. Просто пишут масла растительные и все. А какого растения неизвестно. А вот как раз имеется в виду пальмовое. Но здесь, как это ни странно, ничего про это не сказано. Ни пальмовое, ни просто растительное. Нет перечня. Так что можно расслабиться. Мультизлаковые конфеты Лорена с белой и темной глазурью, полкило, 122,90 от Алекс. Легенькие такие пакетики. Вот они так непрезентабельно внутри выглядят, но это потому что злаки. Узенькие батончики. Опять напомню про новинки. Приправа для вторых блюд. Курочка по-балкански. Цыпленок топака. Смотрите, мало уже осталось. Рыба нежная по-фински. Буженина по-русски. И все. 18,97. И в составе есть морская соль. И абсолютно нет глютамата натрия. И содержание сегодняшней моей тележки. Конечно же, утка от Утиной фермы. Фрутис. Это все новинки.
соусы от Балтимор. Три разных вида новинки. Две упаковки спагетти. Это тоже новинки с очень хорошим содержанием белка. Рис новинки. Новинка рис кубанский для плова. Будем тестировать в казане. Конечно же, салфеточки. Две фольги, два рулона. Потом жидкое мыло. Сейчас еще подумаю, нужно оно мне или нет. Потом доместос два в одном. И средство для кухни удаляет загрязнение. Ну, вот утка сегодня, конечно, большая находка. Ну, вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. Желаю вам, как всегда, только бюджетных и полезных покупок. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.